всегда. Ну вот пускай идет тогда в жопу со своими танцами сраными. Только попробуй мне выкинуть телефон, я тебе сказала. Только попробуй. Что я сделала? Что я с кем-то переписываю? С мамой? Я восстанавливаю контакт, чтобы с мамой связаться. Молодец, молодец. Ты сидел в соцсетях сейчас. И что, я не имею права сидеть в соцсетях? Можешь сидеть, можешь Я сидеть. Не имею права сидеть в соцсетях, так что ты пожалеешь, я выкину телефон. Ты переписываешь с мужиками. Ты что ко мне пристала вообще? Что тебе надо от меня? Что ты хочешь, Оль? Ты как себя ведешь вообще? Ты почему? Оль, да я не хочу разговаривать сейчас, Оль. Я выкинул твой сейчас телефон. Что произошло сейчас? Да я боюсь, не показала, что ты не показала видео. Телефон. Ну, не показала, не показала. В чем проблема, Оль? Ты начал мне угрожать, ты пожалеешь. Чем? Я нож схватил, горло ты приставил. Ты сказал, я выкину твой телефон. Если ты сейчас мне его не отдашь, я его выкину. Ты сказал, я выкину я твой телефон. Я сделал это, Оля. Ты что? Что происходит, Оль? Ты так говоришь. Оль. Да здесь много все, да тут все говорят каждый день на лобном месте. Такое говорят. И что-то никто ничего не делает. Ну что? Мы так далеко не уедем, серьезно говорю. Твой характер, я реально уже невыносимо терпеть. Я танцую, как?